Маргарита, что если мы с тобой одинакового цвета? Мы будем всех мочить! Рита, а что если мы с тобой разного цвета? Мы будем всех мочить! Друг друга тоже. Да. Нас будет 4 башни. Желтая, красная, синяя, зеленая. В какую мы попадем команду, неизвестно. Возможно, мы попадем в одну команду, возможно, в разные команды. Задача каждой команды уничтожить 3 остальные команды. Та башня, которая останется стоять и победит. Сегодня мы этим и будем заниматься. Хорошие денечки. С канала Папаечка. Всем привет. Итак, ребята, я в зеленой команде. Маргарита, ты? Красная. Ты в красной. Мы, получается, сегодня воюем. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, нам надо уничтожить башни. Мне надо уничтожить желтую, синюю и красную. Маргарите надо уничтожить... Вот уже по мне стреляет, смотрю. Маргарите надо уничтожить зеленую, желтую, синюю. Давай сначала вдвоем разберемся с желтой и синей. С друг с другом пока не будем воевать. Давай разнесем пока вражин. Так, вот смотрите, ребят, вот это вот сохранялки, на которых я могу появиться. То есть их на чужих башнях надо уничтожать в первую очередь. Если мы их уничтожаем, тогда мы побеждаем. И что я сделаю? Я пойду на синюю башню с бомбой. Я пойду на желтую. Я пойду на желтую башню с бомбой. И разнесу все этажи. Сейчас мы так и сделаем. Сюда перемещаемся. Вот сюда спрыгиваем. Тут закладываем мины. Вот здесь. Раз. Посмотрите, сейчас им часть стены ушла. Бамс! Нет! Ха-ха-ха! Вот это я злодей. Теперь эту часть стены сносим. Бамс! Отлично! Теперь вот здесь бомбочку подложим. Так, Маргарита, как у тебя идет процесс уничтожения? Я синих уничтожу. А я желтых. Вот, отлично, мы с тобой сговорились. Уничтожаем пока. Ага. Не-не-не-не-не-не. Чувак. Ой. Не надо. Бамс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух. Фух-фух-фух-фух. Наших разносит. Кого? Ваших? Красных? Да. Ну, красные это ваши, не наши. Так, сейчас я эту сохранялку разнесу. Бам! Да что такое, она перевернулась, ребят, вот ее надо вынести из этого здания. И тогда они не смогут здесь появляться. Бам, все, улетело, до свидания, сохранялочки. Ну, о, вот она, бомба, отходим. Снесется стена или нет? Да, стена снеслась. Осталось всего 2 части. Первая часть, бух. И вот эту сейчас часть мы тоже разнесем бомбочкой. Так. Не-не-не-не-не-не, чувак желтый. Бамс, во, он там застрял, ребята, представляете, он застрял. Ха-ха-ха-ха. Так, и что? А я в какой вообще? Я какая команда? Я зеленая? У меня, я пока целый, все пока нормально. Рита, ты какая? Ты красная, да? Да, мне ноги отобрали. У тебя отобрали ноги? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что они заперты внутри, ребята. Такими надо. Я пока тогда сношу снизу какую-нибудь. Синюю башню буду сносить. О, молодец, ты мне помогаешь, смотри. Да, синюю. Нужно снизу проделать дырок, и вся башня развалится вниз. Да, я так и хочу. Давай. Я уже дырки делаю. Я тоже. Ты со своей с красной, да, мочишь? Да. Давай, мочь. А здесь какой, желтый? Желтая. Ну, я пока здесь, мне тут хорошо. Да. Как у тебя дела? Давай, мочи тоже синюю башню. Ребят, мы сейчас разнесем синюю башню. Давай. О, смотрите, появилась дырочка, куда я могу закинуть бомбочку. Опа, и прям... Мне ноги вернули. Тебе вернули? Отлично. Надеюсь, все видели мой прыжок, ибо я отказываюсь это повторять. Я взлетела. Куда? Я взлетела. Куда? Ты... Рита, тебя победили. Взлетела. Это ты проиграла. О, это наш подписчик Бодик Бро с нами играет сегодня. Это прикольно. Отходим. Мы, кстати, с Маргаритой воевали против других, но почему-то Риту кто-то снес. Заметь, я к этому не прилагал никаких усилий. Это же Ангел! Мы с тобой... смотрите, ямка, куда можно закидывать бомбочки. Радостно. Так, раз бомбочку. Бах, отлично. Теперь сюда еще бомбочку, давай. Ой, моя бомба улетела куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
стою. Фу. Вот здесь. Да что такое? Куда это? Кто тут бабахает? Какой балбес по мне стреляет? Не надо, я тут... Я как бы свой вроде. Ладно, я спущусь на один этаж ниже. Вот сюда, да. И вот здесь буду сейчас бабахать. О, бабах! Ой, ой, меня выкинуло! Итак, я на своей башне. У меня тут все отлично. Так, сейчас моя задача уничтожить синюю башню. Выстрел. Бабах! Выстрел. Бабах! Выстрел. Бабах! Выстрел. Бабах! Кто-то мной, что ли, выстрелил? Я что-то не понял. Я какой-то был реактивный. Я, наверное, должен был перелететь на другую башню. А, это кто-то сюда к нам забирается. Ребята, папа, ты видел? Смотри, человек. Он боевой. Выкинуло, да? Да. Это вот эти приходят сверху к нам. Эй, где твои ноги, чувак? Негодяи, вот они ходят. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты, болван, нафига ты сюда бомбу ставишь? Вот ты... Балбес, чувак, надо сносить чужую башню, он сам по себе бьет, да. Ребят, ну вот... Его тогда выкинут. Это что же такое? О, желтая, смотрите, все, ребят, их почти разнесло, сейчас их сохранялку, сохранялку снести вот эту вот, и все, они больше не смогут возродиться, давай, выстрел, бах, а, что, а, так, ладно, я пока... Вот ты что не шевелишь? А, шевелишься. О, я сейчас буду из этой дырочки выглядывать. И бабахать. Вот так вот. Бабах. Бабах. Есть еще. Вот надо их... Выстрел. Ракету. Вкусная ракета. Бабах. Вот что за балбес. Вот зачем... А давай на самый верх посмотрим. Вот зачем он так делает? Ой-ой-ой. Представляете? Зеленый, который из моей команды зачем-то меня постоянно укокошивает. Вот зачем он так делает? Вот зачем он так делает? Скажите мне, пожалуйста. Я сохранялку выбросил, ребята! Я свою сохранялку выбросил! Это же... Их надо сохранять. Так, вот, ну там вроде у нас есть еще сохранялочки где-то, да. Ладно, пока... И все, я выкинул, все! Да. Теперь надо вот этих сносим, вот этих синих. Вот здесь сейчас попробуем разнести. Что с башней происходит, ребята? Что происходит с башней? Смотрите, что-то ее... А, все, вот здесь вот. Вон, какой-то синий наверху тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что он делает? Вот негодяй, а? Синюшный. Ладно, сейчас мы будем отстреливать его башню. Что он делает вообще? Он ломает нашу башню, вот негодяй. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Убегай, сейчас тебя... Он какой-то дурачок. Не знаю, почему он к тебе пристает. Зачем он сносит? Нет бы стрелять. Мы в два ружья могли разнести всю башню. Вот для чего он бабахает вот так вот. Скажите мне, пожалуйста. Ой, дурак. Кто еще не посмотрел, на нашем втором канале Sisters Family TV вышло новое видео. Слишком дерзкая няня. Да. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, переходите на тот канал, смотрите новые видео. И, кстати, скоро выйдет еще одно какое-то очень интересное. Ребята, итак, снова начинается красный бой, а я снова зеленый. И мы снова начинаем. Давай, Рита, та же самая стратегия. Так, для начала разнесем желтых. Они мне не нравятся, они какие-то и синих, и желтых. Все, так, этих посносили. Так, опять идем. На. У меня супер... он меня мечом с первого раза разнес. Ладно. Гранатомет. Желтому бабахни. Я синих разношу. Синих? Хорошо, синих. Девочка, лови! Бах! Это был мальчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что такое? Опять меня убили. Надо сначала не дать им возможности забираться на башню. А для этого надо им разнести их верхушки башен. Как только мы это сделаем... Ай-я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 й
на-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 на
дочка Маргариты что-то стоит, просто отдыхает. Пошли синюю башню разнесем. Давай. Пошли, пошли, разнесем синюю башню. На, катись. Ой, ой, отходи, 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 отходи от бомбы. Ну
Я успел, но моя бомба улетела мимо. Ладно, забираюсь снова наверх. Поднимаемся. Все, у меня пока доступ есть. О, молодец, желтый, молодец, закидывай, да-да-да-да-да. Вот, и теперь сюда бомбочку, да, сейчас разнесем. Бах, теперь сюда бомбочку. Ай-яй-яй-яй, давай, взрывайся, бомбочка. Бах, желтых, все, у желтых сохранялок наверху нет. Теперь надо убрать сохранялки у синих сохранялки сверху. Маргарита, чего ты стоишь? Чего ты стоишь? Я разношу им сохранялки. Хорошо, так. Отлично. Да. Осталось всего две наверху. Одна. И вторая сохранялочка. Улетай отсюда, улетай. Пока-пока. Есть, все, синих мы обезвредили и желтых обезвредили, ребят. Теперь можно их просто закидывать бомбами. А, ну и меня заодно бомбой закинуть туда. Бах, теперь вот эту часть снесем сейчас. А, не-не-не-не. Эх, пришла ко мне чувиха и меня немного... Что? Что? Нет, у нас тоже нету сохранялок наверху. Ну, мы сейчас попробуем сделать стену. Так, вот здесь стену. Так, запрыгиваю на стену. Могу на стену запрыгнуть? Так, а теперь со стены наверх. Не получилось, получилось упасть вниз. Ладно. Маргарита, как у тебя дела? Расскажи. Все классно. Ты побеждаешь там? Да. О, желтого. На, огонь, выстрел. И у меня ракета улетела в космос. Так, потом... Синий почти целый. Ладно, вот синему. На! Смотрите, ребята, я пустил прямо в него ракету и... Да! Я промазал. Ладно, теперь вот этому желтому сейчас запулим ракетку. Может, и стену разнесем. Так, а ты кто такая? Тут ужасная девочка. Что? Ой, нет! 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 Что? 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 Я еще цел. Девочка. Мочите девочку, мочите. Это синяя, я им... Все, синюю девочку я замочил. Сверху к нам еще возможно спуститься. Не... Зачем ты бомбу кидаешь? Ты болван, за... Бомба взорвалась, я улетел. Вот чувак не понимает, что надо взять гранатомет и стрелять в соседнюю башню. Он же на своей территории кладет эти бомбы и улетаем мы куда-то в космос. Ну вот что за человек, не понимай-ка. Вот эту желтую башню давай. Бах, да что такое, чё ж ты не ломаешься-то? Синий уничтожаем и упадет вся конструкция. Вот начинает падать, ребят, смотрите, как ой, это происходит. Ты видел меня? Я вижу, что происходит, поломки какие-то, вон ракеты летят. Вот сюда еще одну ракету отправляем, посмотрим, ребят, как это сейчас все отвалится. Вот, у вас опять трясет, да, у вас землетрясение, ха-ха-ха. Теперь вот здесь желтую сейчас подобьем. О, вот, шатается, посыпались сверху людишки. О, этот чувак тут стену настроит. Вообще красавчик. Да. Наконец-то он делом занялся. Хоть не бомбы делает. Какие-то у него стены разваливаются. Ладно. Вашу? Да, она вот в подвешенном. О, Рит, я тебя вижу. Привет. Ты там бегаешь. Ну, давай же, зеленый, помогай. Давай, сноси им. Вот сюда, выстрел. О, отлично. Уже чуть-чуть осталось. Сейчас их башня рухнет. И... Синих, которые... Да нет, сначала вот этот кусочек. Да, разнесу. Лестницу надо. Ай-яй-яй-яй! Башня синих рухнула почти. Сейчас, лесенку, давай, лесенку, бабахни. Папа, дочек, давай лесенку. И... О, нет, нашу сносят. И красная падает. О, вот смотрите, катастрофа, они улетели вниз. До свидания. Все? Все, Маргарита опять вон там находится, в раю, ребят. Вон, смотрите, три башни, это рай. Рита сейчас находится там. А теперь сражаются... Осталось опять три башни, желтая, синяя и зеленая. Но это... И моя голова валяется. Ритуль, прежде чем мы закончим, что нужно сделать? Песенку «Бе-бе-бе». Правильно. Хочешь получить сердечко от канала? Ответь на задание. Ребята, задание очень простое. Ответит любой, кто посмотрел это видео. Что нужно делать в этих... башнях. Мы вначале рассказывали, так что вы сможете ответить. Все, первые попадут в следующую серию, все получат сердечко от канала, кто ответит на это задание. Маргарита, мы с тобой посражались вместе? Нет.
Нет, да, мы попытались соединиться там разными цветами, повоевать против других, но почему-то башню Маргариты все время кто-то сносит. Наверное, ты им понравилась, да? Mm-hmm. Давайте в Маргариту постреляем, да? Ну, а вы были сегодня с нами... На канале «Папа и дочки Гильф». С вами сегодня были папа и дочка Рита. Рита, подписывайтесь на наш канал, потому что с нами всегда весело и интересно. И советуйте наш канал своим друзьям. Хорошие денечки. С каналом «Папа и дочки». Всем пока!